В Московской области полицейские задержали серийного домушника. Вор совершил более 15 краж, обворовал даже храм. Но, к счастью, избавиться от старинных ценностей не успел. Полицейские изъяли у грабителя похищенные иконы 18 века. Финал криминальных похождений в материале Максима Ларина. На крыльце чужого загородного дома этот мужчина с фомкой в руках озирается по сторонам. Заметив камеру видеонаблюдения, натягивает на голову капюшон. Он намерен во что бы то ни стало попасть внутрь. Дом злоумышленник выбрал солидный. Прежде чем пойти на дело, какое-то время наблюдал за его хозяевами. Выяснял, во сколько те уходят на работу, во сколько возвращаются. Домушник быстро понял, в его распоряжении практически весь день. Без суеты Фомкой он отжал пластиковое окно, оказавшись внутри, похитил старинные иконы, антикварную посуду и дорогие украшения. Как выяснится позже, домушник орудовал в подмосковном Ступине несколько месяцев. За это время мужчина успел совершить больше 15 краж. Но вскоре оперативники уголовного розыска вышли на его след, и подозреваемый оказался в наручниках. Полицейскими установлена причастность задержанного к совершению 16 аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории городского округа, в том числе кражи из храма, расположенного в селе Бортниково. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. Задержанный пояснил, что похищенное имущество продавал по заниженным ценам через интернет скупщикам, которые выставляли ценные вещи на аукционах. Один из таких скупщиков рассказал полицейским, по каким ценам он скупал антиквариат у домушника. Например, вот эту икону, да, я купил у него за 500 рублей. Ее отреставрировали, я сюда вложил 7 тысяч. Во время обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили часть похищенного. В основном иконы, в том числе старинные. Вот это, например, 18 века. За что были задержаны сотрудниками полиции? За взлом чужих домов и кражу. Суда подозреваемый дожидается под домашним арестом. За кражу ему грозит до 10 лет тюрьмы. Максим Ларин, Петровка, 38.